хочу, говорит, из кормушки. Вот же орешки лежат. Смотри, сколько орешков лежит здесь. Да вот, вот. Какая ты умница, а? Солнышко. Хорошее. А то ела из кормушки вон из птичьей. Там же неудобно. Вот, сидишь и ешь. Только что здесь было 8 белок, 9 белок, по-моему. Все разбежались, да. Мы, говорит, поели, и все, до свидания, говорит. Осталась рыженькая, хорошенькая какая. А я, говорит, рыженькая, я, говорит, хорошенькая. Хорошая какая. Я не понимаю, она 3 дня назад прибежала, эта рыжая белка. До этого я не видел ее здесь, ее не было. И она прибежала, она сразу и гладится дает, и на руки садится. Я не понимаю, что это за белка такая. Я такой, по-моему, не видел. У нас тут две рыжие белки. Это рыжие, собственно, и рыжие с хвостом. Это не та, не другая. А больше рыжих я не знаю. Что это за рыжая? Так, я имею в виду, которая чтобы вот ручная была такая. Не, рыжая-то полно рыжих. Но чтобы вот ручная совсем. И гладится дает она вон. Какая хорошая, ласковая. И совсем ручная она. Можно ее вот так вот сделать. Вот так вот можно, да. Хорошенькая какая. Три дня назад прибежала. Не знаю, откуда она прибежала. Но тут, видимо, переселение постоянно идет. Белки территорию постоянно меняют. Вот она, наверное, где-то поближе сюда прибежала. Синица злая села. Поближе сюда. Может, ушастик тоже переедет поближе. Я удивляюсь, ушастик. Он здесь столько орехов зарыл. Тут килограммы. Может быть, даже десятки килограмм орехов он зарыл. И его тут нету. Ну, понятно, что они для всех закапывают. Но все-таки. Да, солнце. Хорошая какая, рыжая белочка. Рыжая. Хорошая. Рыжий, я подумал, что это рыжий, но рыжий, он прям ярко-ярко рыжий. Его прям видно, что это рыжий. Не просто так. Рыжих-то белок полно, а вот чтобы рыжим назвать, надо выделяться среди рыжих. И рыжий, он такой прям ярко-ярко рыжий. Это не рыжий. Не рыжий и не рыжий с хвостом. Рыжий с хвостом тоже очень рыжий. Совсем злодея. Вот интересно. Интересно, тут было очень много белок. А сейчас я вообще ни одной белки не вижу. Кроме вот этой, конечно. Я имею в виду, они бегали здесь по деревьям, а сейчас нет. Да, я тебя поглажу. Вот так вот. Вот так вот. Хорошая ты как. Хорошая белочка. Все. Рыжая.